Депутаты Совета депутатов Одинцовского округа от «Единой России» приняли участие в открытии новой детской площадки на улице Радужная в Звенигороде. Двор благоустроили по программе губернатора Подмосковья. Площадка тематическая, называется «Магеллан». Она оформлена в морском стиле. Ее эскиз согласовывали с жителями. Партийцы поддержали мероприятие в рамках подведения предварительных итогов реализации проекта «Подмосковье. Территория перемен», в соответствии с которым выполняются наказы народной программы «Единой России» и губернаторские инициативы.